утвержден в состав Олимпийской команды России на предстоящие 32-е Олимпийские игры в Токио. Состав команды утвержден, в составе команды будет выступать 335 спортсменов. По сравнению с предыдущими играми в Рио, это дополнительно плюс 50 человек. В этом году у нас команда расширилась. Единственное, мы еще ждем квалификационных выступлений наших баскетболистов в ближайшие дни и полностью закроем окно заявок. Таким образом, впервые, наверное, в истории олимпийского движения в России сегодня произошло утверждение олимпийской команды не спустя 4 года, как это бывает всегда и было всегда, а спустя 5 лет.